that's what it was. Здание здесь на английской набережной, и будем уже потихоньку подходить к Thank you.
Бывалый свет дешевле, поэтому можно найти более меньше. Дальше, а потому что мы... Я
Я тебя люблю. Ну, знаешь, просто всегда, знаешь, в такси представляется так, у окошка, там фоточка такая, вот пока ехали. Пока ты в окошке из Старбакса, ну, просто... Иди так сразу. Давай, сюда поворачивайся, пап. Она.
пройти. Ну, замерзает вода, короче, и типа дикий каток. Я как бы не готова пока. Можно уйти. Не попали.
есть я не могу сказать, что это вау. Там типа песочек. Про всех не скажу. Сейчас.
холодно, что считает. Вот я и думаю, ну как? Я он или Яндекс. Может, музыку? Девочки.
Thank you.
сожалению, попкорн.
кажется, что это плохо.
Там вот что творилось? Кто-то из вас дарит. Направо, говорю.
Thank you.
17 часов в Петербурге, вечер продолжается, настроение улучшается, а на ретро-ФМ над этим работают полиционеры. Наоборот же, мы все время ездим, как без, а они с коляской, а у меня цены выше. Я там,
очень приятно. Thank you.
я
Да.
Один из залов первой зары занимал генерал Восток, друг и адъютант по хорошему Суворова. Thank you.
нормально, это я уже не думаю. Thank you.
мы укладывали. Я подумала, что будет.
это уже рядышком с метро, вам уже гостиницу. Спасибо.
Футбол, да, у Конор Макгрегор, да? А, у Конор Макгрегор. Thank you.
парочка люфтов была. Если бы к тебе мог подгадывал, я думаю, ты сам не отходил. Театр нас не пустит, наш билет. Просто один. Продолжение следует...
итоге Слушай, нужна небольшая репетиция.
Заканчивайте переход. Заканчивайте переход. Попробуем. Никакого.
бачок с охлаждающей жидкостью открываете, смотрите, там есть жидкость с охлаждающей. Thank you.
найти себя. Ну, сейчас для чего интернет? Ладно, раньше проблема была. Значит, нам что, снова возвращаться? Я уже знаю, что не будет.
Ничего нет. Татьяна замешивает.